А, тут Лёхи еще нету, я думаю, он пригорел бы. Господи, этот звук, это какая-то жесть полная, надо еще тише делать. Ебать, киховнет, нахуй. Что делать, что делать, за кого мы зашли? Да не, это просто, это... Ебать, что делать? Так, запомни. Выбирай пушки, если ты... Так, выбрал, ага. А где, вот кто со специей еще, кто это? А почему, почему? О, вместе муваемся, я... Так, Лёх, ой, тьфу, ты кейк нету? Ага, вместе, вместе, вместе! Вместе муваемся. А что делать? Значит, новозрение тут нету? Вот сюда, нет, сюда. Тут, ну, купить его можно. А он, фонарики, а он видит без? Смотри, ошибся, ошибся. Хорошо. О, я зомби, да? Уже, да, потому что тебя убили. Так, а подождите. Теперь нормально все поставил. А как выкупить его? Типа, Night Vision? Фонариком, блядь, свети зомби. А ты нормально видишь в темноте, да? Ты за спецов, ты это, а за зомби у тебя Night Vision есть. Ну, типа, вообще карта нужна, типа, другая. Может, она может во время игры поставиться? Ну это надо ее залить на сервере. Хотя и просто тоже реально играть. О, вон, вижу, вижу, на зиге, спрыгивал. Не, ну, блядь. Солочь, ты какой-то некрасивый. Спасибо, ФНГ. А как-то можешь армор там что-то взять? Ну, через... Не, армор не помогает, но выстрелил. А вот, тут есть еще экстра итемс, но я не знаю. А как Night Vision взять, никак? Нет, за спецов никак. На М-магазин. На М-магазин. Ну да, но там еще нужно что-то. Я говорю, я знаю, что вот... Если... И там амапаки. Амапаки — это дэмэдж по зомби. Слушай, а как убивать еще этих зомби? Где он был? Да это карта не та. А, карта не та. Просто она... О, слышишь? Мервин, Мервин. Здорово. Смотри, что я могу. А, иди сюда, есть план. А, слышь, гранаты есть. Иди сюда, иди сюда. Да-да-да, давай, давай. Запусти меня. Ты, давай. Так, я за тобой бегаю. Все хорошо. Лёх, ты, по-моему, не за мной побежал. Да я где-то тут стою. Даю тебе вижен. Все, хапал я. Фонарик не на ту. А что, подожди, что хаешка делает и что делает слепуха? Я не понял. Слепуха замораживает, да? Замораживает, а хае поджигает. Лох. Хапала им, короче. Сюда идите. Мы зря два фонарика сразу кинули. Они еще заканчиваются? Да, они же включаются. И они еще нас видят сразу, а мы их нет. Не, ну честно, я очень давно играл. Ребят, мне пиздец как страшно. Мы на Б, хочешь, иди к нам. Нет, иди! Кекс. Ладно, я пока зомби выберу нормально. Кекс, сбагойся, сбагойся, кекс. О, он здесь, слышишь? Он на зиге, Лёха, ты один, да? Ой, я, блядь, нихуя не вижу тебя. По-братски. Ты что-то меня сильно раздамажил очень, кекс. А так зомби убить еще получается нереально, да? Не, можно, изи, 1600 хп. Ну, а у особенных и то меньше. 1600 хп это изи, я правильно понял? Это баланс. Ну да, это легко, но это, блин, погасли. Кекс, я не знаю, как можно добраться. Смотри, фонарик. А где твой крот? Авиапонс. Кекс. А, флэр, 6 амапаков. Чё, я вижу, я вообще пищу. Беру. Я не могу почему-то купить. А, 6 амапаков стоит. А, так я прыгаю неплохо, да? Поехали. О, вниз спал, всё, давай, ты давай. Потом возьми, если надо будет. Не трать. А где вот эти амапаки? Он на КТ. Слева, слева, слева. Он слева прямо от нас. Ну ты сиди там, не славься. Может, он по стене пытается залезть? А что, по стене может залезть? Не, поверху нельзя, поверху. Некоторые нельзя. Зомби могут по стенам лазить на Е вроде. Я, короче, бы я свечу. Ты фонарь, вот ключа, ну за хуйня. Я свечу, пытаюсь план смотреть, ну, стою за. Кейк, а где ты? Давай, давай. Сука, ты... Дед, не отвечай, это враг. Я знаю, вы пышите. Да не. Ну как случилось? Что у тебя еще яд есть? Как юзать? Куда бежать? А я заблудился, сука! Как юзать яд, бля? Сколько тебе хп? Ну, у меня 2000. Как юзать яд? А я попробую. Нет. Лёх, сколько хп у тебя? Да, я. У меня 2000 еще. Какие 2000? Ты меня почти убил. Да блядь, Не, я думал, не с факером пвпшится. Блин. Как яд мне юзать? Да? Парни, я хочу яд. Гвоздь, хочу там. Яд юзать. И слева так... кто-то в окно прыгнул. Разве? Блин, если чё, короче, ФНГ, ты со мной. Ты их пидал. Да, она со мной. Гори в одну! Биг плейс, согласись, Мерф? Ебать! Вы слышите этот звук? О, короче, по-братски, вы серьезно, как это играть? Кей, как ты меня видел вообще с таким виженом? Вот, блять, попу... О, не надо, не иди сюда, иди зомби!
Иду, иду, Мерф, что хотел? Мерф, что хотел? Кейк! Кейк, как ты меня видел с таким виженом? Кейк. Давай, Лёх, рассмотри тебе меня. Кайк, как ты это сделал? Кейк. Он в тэшке, он очень клёвый. Прикинь, как я испугался, блин. Кейк, как ты меня видел с таким виженом? Ну, пошли, пошли, назад, пошли вместе, пошли вместе. В тэшке он калёный, помогите его добить. Сюда, сюда, гайс, гайс, сюда, сюда, сюда. Куда, куда, куда? Давай, вот сюда, сюда. На посадочку, наверх. Тэшку идёт, тэшку идёт, тэшку идёт, тэшку идёт. Залазьте, залазьте, залазьте наверх, давайте. Ой-ой, а есть ли световая такая штука? Да, короче, гранат, у вас есть 3 гранаты на каждый раунд. Смотрите, я кину первую. Я флешку кинул, что это? Флешка — это заморозка. Блин, кейк. Дым — это вот это свет. Есть еще одно. Ага, понял, надо потестить. Страшно. А вы где, ребят? Лучше потестить. А Грена что делает? Грена, типа, горит, но ты зря свет, солнышко. Ты зря свет, ты уязвимый там. Вот там вот... Блин, ребят, я ничего не вижу, но я бегу к вам. Беги к нам. Солыч, лезь на ящик, Солыч, что ты хочешь? Понял, 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 я хочу их всех убить. Да, там один кейк пока, так лезу, что лезу на ящик, давай, давай, лезу, я тоже с вами. Давай, все на ящик. Хорошо, еще выше, еще выше. Сядь, если этот зомби может быть, еще лучше, сильнее. Сядь, сядь, сядь. Так, все. Из-за текстуры. А, нет. А эти световухи, они долго длятся, да? Ну, примерно минуту, как я заметил. Пришла инфа, что украли лучше. Вот, бежит, бежит, бежит. Далеко, в голову стреляйте, в голову больше урона. По одному два патрона. Ребята! Кто будет первым? GPS Creeper смотрели? Вот представь, что я стену сейчас облизываю, короче. Кто стоит, Солныч? Да я его, пацаны, я его выкупил, сейчас я ему устрою. Ну-ка стой, молодой. Пошли его, мать, а что он? Пошли, пошли, он нулевой, вот, свечу, свечу его. Давай, где? Вот он, нулевой, нулевой. Ой, пацаны, я зомбик. Блять, уходим, мер! Как я откидать? Давай, Лёха, как я откидать, кекс? Как я откидать? Да просто с руки бей его. Подпрыгивай. Давай, Лёх. Все, танчу. Ой, блять. О, забьёт. Бьём кейка. Давай, они патроны потратили. Блять, Лёха, не могу, кекс, не могу запрыгнуть, я ЛС. Давай, танчу, запрыгивать, обойди. Мак ДПС в этого. Бля, пацан, пацанка пришла. Дай, пацан. Я не могу пройти. Пожай его. Одного ёбнули. Блять. Ну чё, смотрите, если вам нравится, то мы можем нормальную карту. Блять, это охуенный мод. Давайте нормальную карту. Я вообще раньше залипал. Токал, объясните мне, как у зомби юзать обилки? Они что? Это кто-то нету обилок, по-моему, это. Кто возле Б? Кто возле Б? Я. Блять. Блин! На Б, хуярим! Иду на Б! Нихуя! Пацаны! На Б, все идите! Блять, в тёмке и так тёмно! Пойдём, факер! Пиздец, я обосрался! Куда идти, где я? Мы на... Заморозку, заморозку им! Там, заморозку! Мочить их! Есть один! Смотрите, второй! Не заразитесь, пиздец будет! Ему хуёво, парни, пошли. Двиг к стене! Всё, хорош. Хорошо, пятёрочки, кекс. Заморозки, кстати, зомби неуязвимы ещё. Ой, штука из Resident Evil. Не, может быть такого. Он неуязвим заморозки. Я факт купил заморозки, по-моему. Не. О, подсади меня, Батя, факт. А как вот такое, чтобы сделать, чтобы так светло было? Вот сюда. Я зомби это... точно не буду, поэтому меня стоит подсадить. А, меня уже, короче. О, не месяц. Побежали все за ним. А что это такое? Что это такое? Он супер сильный зомби, он будет только убивать, короче. Вот он. Где он? У него 10 заморозка, только он в тэшке. У него не действует заморозка? Нет. Огонь, огнём его в голову. Давайте на КТ прибежите. Не выходи. Нет, мы на Б бежим. А на КТ, ребят, лучше, мы тут боимся пройти. Блин, ты понимаешь, что это не от меня зависит? У меня есть скиллы какие-то или нет? Да, у него месяц, что-то он может. Слышь, он в центре. А как юзать? Идите на Б. Как вы на Б идете? Так мы на Б уже. Так это мы с тобой на Б, они-то где? А мы его на теров, на базе теров. А не месяц не может приручать зомби. Беши! Да, не месяц только убивает. Вот так. Блядь. Валите его, ай! Я такое говно взял, это просто пиздец. Солыч, давай договоримся. Ебать. Солыч, давай не будем. Чё в чате творится? Блять, не вижу нихуя! Короче, давайте плотную карту какую-то. Там хоть нычки будут и все такое. Ой, я нашел, где карты ставить. Эйка, патроны кончаются у тебя вообще?
Давай не будем о плохом, а? Два. Пистолетики. Кекс, я подойду к тебе. Все, я ставлю карту, еще может сервер повиснуть. Кекс, а как этот, как пулемет взять на какую там? Там надо ВМ, экстра айтем ставить, там надо купить его, типа. А где? Смотрите, вообще? У всех снизу слева написано типа Ама Пакс. Это вот за это вы покупать можете разные штуки. Ребята, патроны можно как-нибудь купить? А, да, можно, слушай. Лёх, да тебе пизда, по-моему. А ты меня прям хорошо видишь, что ли? Как ты так попадаешь? Да, да, когда ты этот чувак... Не, не месяц, да, не месяц не видно, он красный, типа. Да-да, Лёх, иду. Давай, сейчас, вот сейчас, ага. По-братски, Кекс, хватит. Блядь, сколько у тебя хп-то вообще? Еще сколько осталось? Было. 3000? И 2000 еще, если что, не осталось. Короче, как бы выжить в этом непростом? Так, поехали. А где кто? Надо карту нормальную, да. Зрем даст 2 хотя бы. Вообще, ну, даст она и... есть. Ну, не, это я прочитал. Кто-то шарит, почему вы никто не говорите? Почему вы не говорите, как юзать это? Да нету никаких скиллов, Лёх. Нету вообще? А в чем тогда разница между зомбями, там же их куча? Одни быстрее, другие там прыгают. Да-да-да, другие прыгают выше, запрыгнуть могут куда-то. То есть на нормальных картах там есть места, куда, например, на скилле можно только запрыгнуть и так далее. Это, Мерин, поменяйте пароль, пожалуйста. Вообще, как бы, типа, даст... Меня кикает. Чё-то... Блин, даже не знаю, что на самом деле. У меня сервер. Но мне пишет, да, отключено подключение. Такой, может... сейчас пароль стоит, все хикает. Сейчас пароль посмотрим. Я, короче, перезагрузил, пробовал. Сейчас попробую зайти. Захожу. Зашел. Может... Не, ну ты и зайдешь сейчас, потому что да, второй стоит. Ну я зашел, нормально все. Я не могу зайти. Это новый пароль? Ну это старый новый. Старый новый пароль. Зачем мы это сказали? Нас же раскусят. Да, я все равно еще поменяю. Вопрос в том, почему карту не поставил. Не, карту надо. Ну попробуй другую какую-нибудь, типа не обязательно даст. Блин, Дефран, кстати, поиграть бы. Лёха, я слышал. Зачем я в доту зашел? Что ты слышал, брат? Да я подумал, что ты тут появился, когда ты заходил, рядом звук был. Давай вместе, давай вместе. Кто тут? Кто на зиге? Кто на зиге? Я. Брат, давай вместе. Давай, стой. Не подходи пока! Почему не подходи? Не, пока не подходи! Почему? Так я свой. Идите в тэшку, видите меня в тэшку, сказал. Алло, в тэшку идите. Так го ты нам. Ну блин, го поможем. Ну, я проход буду вот этот смотреть. ФНГ, мы тут. Слышь? Вот, ты бежишь за мной? Ты бежишь за мной? Да вернись к нам. В смысле? Вот, мы все, мы втроем. Все, давайте, вы смотрите туда, я смотрю туда. Давайте мы тут вон. А можно тут? Можно? Как световую? Ну, да, ты купил. Дым кинь просто и все. А ты в сторону. А я уже кидался на путь. А где факел вообще? Вот это. Вы зря так выкидываете. Давайте не будете топтать, мы его слышим просто. А он, по-моему, беззвучно ходит, на самом деле. А го, мы ж туда все-таки, где свет встанет. Так тут тоже свет. Ну только тут так поставили. О-о-о! Нету вроде. Фак, ты где? Ну не знаю, найти. Так, короче, я пробую карту найти. И пароль тоже. Ой, бля, я забыл экран включить, ёбаный стыд, или не забыл? Нет, опять не забыл. Она качается? Не, короче, нужна другая карта. У меня вообще вышло. Да, вроде заходит. По-моему, зашло. Не, там, потом выкиньте. О, у меня выкинуло СКС вообще. Да, плюс. Ну, тогда, ну, типа, другую какую-нибудь, если не получится, то, блин, просто можно карту поменять любую. Вообще... По идее, на нюке будет топовая, если так подумать. Ну там подсаживаться. На нюке дисбаланс вообще жесткий. Забейте, там садишься в любую щель, как бы и тебе не подойти за зомби. Ну хз, что, зомби что? Ну на ту же скалу, например, прыгать, чувак, как ты за зомби? Он тебе просто. Так он прыгает. Так а зомби прыгает далеко вообще. Да, у меня опять. Прыжки стреляешь, долетаешь. Парни, меня опять выкинуло из КС, что тут. Так и это, погоди. Так ты на сервер не заходи, когда там за МТА стоит, он типа крашится. Понял. Да не заходим в КС просто и ждем. Понял.
Сейчас пробуйте, если не получится, то просто дефолтную карту какую-то поставим. Мне кажется, это из-за того, что это... Блин, опять я в доту зашел. Это из-за того, что нету текстур карт. А их качать отдельно лом, типа. Ну... На этот зашло. Зашло? Да, у меня не кикнуло. А, ну, поехали. Пароль меня сразу. Да-да-да. Да, и подождите, подождите, я не зашел еще. Он зашел. А, кей, лод, анлод. Ну, один, да? Так, это... пароль старый поставил. Это ZM даст точно, да? Это первый даст. А пароль... Все увидели пароль? ХЗ, я зашел, короче. А, ну нормально, на стриме, по идее, не увидел никто. Нормально, ну, давай, играем. Это ZM даст. Вот, 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 все правильно. Вот, да, вот, да, да, вот, вот, все, сразу узнаю. Ну заебись, да. Так а в чем разница? Какой пароль? В чем отличие? Какой пароль? Нет. Короче, будет, Лёх, сейчас ты по карте походишь, ты просто видишь который... большую рад, тут больше нычек, больше приколов. Правда, он, блядь, с фонариком нихуя не увидит сначала. О, гаси, опять пароль. Не, ну он пусть, убейте Лёху, пусть на зомби побегает, типа, и посмотрит карту хотя бы. Дайте пароль на вопрос. Старый пароль, на который ты мне еще писал. Тут еще стены ломать можно в одном месте, я знаю где. Да, только ты там умрешь, если туда зайдешь. Я знаю, что тут есть какой-то потайной ход один. Да, я уже его нашел. Да, да, потайные ходы, да-да-да. Потайные ходы? Да. О, го вдвоем, брат. Кто, ФНГ, давай. Подожди, убейте Леху кто-нибудь, кто зомби? Да зачем? Да посмотри. Зачем? Сейчас он сам умрет. Да просто забейте, го это. Э, кто со мной? ФНГ, мы вдвоём? Целимся! Не-не-не, сначала не надо, сначала Лёха, это ошибка! Почему не надо? Потому что большая вероятность, что кто-то из нас будет. Кто-то из нас? Сурвайвал. Короче, смотрите, надо всем вместе наваливаться, по одному расстреляют, типа. Пиздос. Ну да. Часто. Короче, стоп, пацаны, сразу говорю, вот в этой двери не... Алло, развернитесь, в эти двери не заходите, там сдохнуть можно. Тут надо его найти и втроем типа окружить, короче. Да, Лёха, короче, в двери лучше вообще не заходите. Тут большинство дверей, вы умрете. Умрем? И какой у кого этот, скажите, класс зомби? Пойдем сюда. У меня классик зомби. Надо втроем бегать, куда ты убежал? Мы сначала мы, типа... ищем его, давайте мы его найдем и просто... А, во, нашел, набейте его. Да-да, Лёха, иди сюда, иду, на центр. Иду. Да, вон. И что, берем его? Там надо сначала, вот смотрите, по этому канату как-то... Не, можно сбоку залезть, типа, да-да-да. Все правильно делать. У него патроны бесконечные, типа. Блин, пацаны, то я такую как могу. Что, идем? Идем? Да, ну, надо идти, типа, а что делать? Да. Все, фикси его. Сюда подошел. Он не с одной плюшки умирает. Нет. Вообще, этот мод, когда играет человек... Ой-ой-ой, хорошо, ошибся! Этот мод, когда человек 20 играет, один человек все равно появляется. То есть это типа такие классы и баланс. То есть втроем тут, конечно, тяжеловато. Где наш третий друг? Да, я тоже. А, я вон, в спине у него уже. Рубанул. Большой тычкой рубанул. Давай. Он не фикс. Я поэтому... еще раз один раз рубанул, да, я вижу. Ребят, ну хелпа, где все? Я ум. У меня тоже хп осталось мало уже после того. Ну типа забейте, это дисбаланс, типа, когда мало народу. То есть его в 20-ром надо рубить. Парни, куда? А кто-то так из нас будет? Сначала надо ждать, да. Сначала кто-то будет предатель, короче, типа. Понял. Кто-то будет Люкан. Это как Люкан, да. Через сколько будет предатель? Лоу. Иди отсюда! Кто такой? Кайс, кто? Не надо, не знаю! За мной бежит, парни. Это факер. Я не знаю, я на нашем. Парни, он. Пацаны, я не знаю, куда бежать. Фак, не надо. Я тебя вижу, фак. Лёх, я тоже тебя вижу, ты не поверишь. Бля, их двое теперь. Ладно. Ой-ой-ой. Блядь, ошибся. Фак, идем? Да. Трогаем их. Кто-то пойдет ко мне. А как поменять класс зомби? Как, вот сейчас вот как тут мне сменить? Как-то можно поменять? Сейчас никак, заранее. Чувствуешь их, фак? Блин, да. Я только что разбил лестницу. Ты сказал, что... Внизу.
Укус, укус. Чё я пройти тут не могу? Просто что, это, что происходит? Я... А, тут эта штука. Бля, мне кажется, они меня здесь никогда не... Как считаешь, Мир? Да кто такой этот ФНГ знает карты? А, да точно, сейчас тебя схватят и узнают. Похуй. Я тебе так скажу, я в них играл, я в принципе тебя найду, если я буду долго её бегать. А что вот это за красные хуйни? Это... Просто светилка, там типа вижу дает небольшой. А ты где, в нычке какой-то или чё? Нееееее. Я говорю, я помню, что там где-то есть на Т-спауне одна нычка, и за какой-то дверью есть нычка. Это вот я все, что помню. Да, это один тоже проход. Ну, я помню, что одна из дверей убивает. Вот я сейчас буду чекать. А, это на выходе с Т-спауна. Факер, видим? Я точно помню. Справа прям в стене. О, у меня кто-то есть здесь. Слышите, они на Т-спауне, я уже нашел кого-то. Что-то написано... Найдите секрет. Я себя видел одного, кого-то с длинным ником. Не-не, это не кого-то с длинным ником. Алло, 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 на Т-спауне сидят. Бегу, 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 бегу. Солыч и Факер, идите к нам. Да, на Т-спаун. Да. А чё ты меня видишь тут, я не понял. Кстати, меня не видели. Кейка, как ты меня видишь? Я профессионал. 10 лет на зомби. Сверху там сидит крыса. Нет, они меня, значит, видели всё-таки. Нет, они про меня, вон, они ко мне прибежали все. Где-то, ой, Мервин где-то там за дверью, я говорю, я потом найду эту нычку. Ёбаный в рот! Сильно отыграл? Мув, yes, sir. А где это? За мной, смотрите, показываю один раз. Давай, давай, короче, давай. Там дверь, двери, двери, двери. Ой, ГГ, короче. Ой-ой-ой-ой-ой, Кейк. Да, я такой. Где что, покажите мне. Это наша нычка? Да. В какую нычку вы вошли, я не понял. Ну типа Мерв, если зайдет, он умрет там, да? Нет. Не-не, никто не умрет. Блин, ну отлично, вот где-то. Как подняться-то сюда, лол? Ну, как бы на меня запрыгнуть или. Давай, 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 давай. Блять. ФНГ. Да ебать, ну я. Ты дверь ищешь? Надо Е нажимать. Не, прямо, иди прямо. Лево, 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 лево. Вот, вот тут, вот тут, вот тут, слева, 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 слева. Вот тут, да, запрягай. А, вот тут? Да, е-е-е. Всё, я вспомнил, да. Ну, Кейк, чё ты? В смысле, чё ты? Он по мне стреляет, меня отталкивает. Но это ещё не всё, там ещё какая-то нычка есть. Ага, сидушка. Фэнга, иди сюда. Есть проблема, я не могу патроны купить, так, потому что у меня... Давай, запрыгивай. Давайте, пока у меня есть мини-меню. О, почему такой живучий? Потому что последний тебя убить надо. Лол! У него один хп, понимаешь, один остался. Ну и что мне с ним делать? Да ты иди, руби его хоть как-то, один раз рубанешь. Да я к нему не могу запрыгнуть, ты понимаешь, что мне его рубить, как? Килл да нажимает. Не, я выиграл тут уже. Делай суицид, я не знаю. Как ты выиграл? А, ну, в действительности по краю карты там можно ползать. Но он не сможет залезть. Так нет, он может, если слева поищи, где... Можно залезть на эту витрину, как бы. Блин, как патроны купить? На М нажми. Ну. Не, подожди, патроны, патроны, патроны. Двигается забавно. Да, суицид пиши уже. Не, Мэр, давай ты напишешь суицид, тут все равно не уйдешь. А, мне апаки дадут. Ну так 3 минуты еще заходишься. Не, вообще даже самому на эту штуку залезть можно, я вот клянусь. Вот если ты на вот этот спрыгнешь вот на эту штуку, ты про нее попрозёшь. Не запрыгнет на забор. Надо тебе на сундуке эти прыгнуть. Ты видишь, что маленький сундук? Очень высокий, ну типа это текстура жесткая. Ну давай, давай. ФНГ это в эти карты переиграл, по-моему. Бля, а я не могу... Прыжками, прыжками попробуй. Прыжками? А, то есть на эту штуку. Она очень высокая, эта текстура, вот не залезь на нее, просто суицид и поехали. Подожди. Пробуй, пробуй, фак. Все равно на... Ну вот тут я дальше не могу идти просто. А присесть, если. И поползти. Не, нихуя. Справа можешь, посмотри справа. Посмотри справа. Если посмотри, ты, короче, что справа, фак. На бортик вот, этот залезешь. Вот видишь, угловой бортик, вот если ты туда залезешь, как-то... Не сможет просверсить. Хрен его знает. Ты можешь запрыгнуть на этот сундук? Вот на эти вот. На это не, назад отступи, справа выступи. К стене подойди, чтобы на стене, к стене. Сзади, сзади выступ. Сзади выступ. Да вот тут что ли? Вот, вот, видишь, горка, запрыгни на левый сундук. Бля, не, ну слышите? Я могу сам моды включать любые.
Я могу любого сейчас это вернуть к жизни, типа, еще. Да нет, смысл. Ну, типа, можно не месяц кого-то стартануть. Бля, это битва инвалидов, короче. Не месяц, говно, по-моему. Вот эти, типа, там месяц. Народу много надо. Не, ты с сервером путаешь. Какая разница? Они один, они оба предназначены для толпы людей. Типа, быстро бегает, высоко прыгает. Я хотя бы карту этот... хоть посмотрю, как она выглядит. Ну, типа... Ну, тебя только люди ждут. Ну, да. Блин, лол, а вдруг я найду какую-то нычку сейчас? Нет, ну, да, там никак не будет. Здесь ты её точно не найдёшь. А как двери открыть, которые там под этим, под мостом? Нет, мостом двери? А, все, я вспомнил, я знаю, как туда залезть. Да, ну как? Нет, туда ты никак не залезешь. Там, да, говорит, там как он тему перевел, а? По-моему, да. Говорю, туда ты можешь будет больше прыжок и по краю карты залезешь, ведь там типа есть... Патил, ну вперед нажми, зачем вперед отпускаешь? Ты чё, нуб? Блин, пошли мне суицид. Патил, ну напиши. Давай, суицид. Смотрите, я Мервингу просто нервы, короче... Да, не то. На волевых, на волевых. Да я ж вспоминаю, как это, патроны писать. Ладно, нет, патроны ты покупаешь точно так, как ты в кейсе просто. Бэйю. А, нет. О, патроны есть, факер, иди сюда. Ребят, вам весело? Факер спрятался. Факер, давай, брат. Тебе надо спуститься, чтобы меня... Давай, спускаюсь. Давай. Ты не до конца спустился, я тебе не верю, блядь. Я спустился. Я тебя слышу, ты там АСА говоришь. Давай, спускайся до конца, я вижу тебя. Факер, ну у меня один хп, ну чё ты, подбеги, ударил. Ты пиздаешь. Пиздает. О, а мапак купился. Никто не выиграл. Это стоило того, ребят. Так. Так, и кто-то один из нас будет, да, этим? Да. Этим. Тем самым. Я надеюсь, это будет. Вот он, вот он. Нет, есть фонарики, сразу его убить. Включил, слышишь? Блин, далеко включил. Кейк. Он же не может тут никак за это? Или может? Я вообще все. Я на позицию. Блин, тут шипы какие-то. Кто-то со мной пойдет на позицию? Да. Блять, что ж такое? Не, ну это имбовая позиция, мне кажется, нет? А так она, смотри, типа, вот в чем. Она для толпы может быть, да. Да, типа, если один спрячется где-то, то... Нет, там видишь, Лёх, в чем фишка, если остается он последний, то тяжело, а так всего один удар нанести надо. И он там инфекция пойдет. Давай ты, короче, этот проход смотри, я этот. Угу. Просто главное инфу дать, что кто-то пробегает. Так, лол, какой ты смотришь? Ну ты свой смотри, да. Я свой смотрю. Я фанга здесь! Давай подружимся, солыч. А погнали, по-моему. Давай без хуйни, брат. Лёх. Давай подружимся, Лёх. Ты куда пошёл, Кейк? Лёх. А, нет, ладно, отбой. И что, фанга, давай попробуем, я попробую залезть. Что, куда? Подожди, у меня прыжок выше, чем обычно. Сейчас я попробую. А как? Короче, я пошел обратно. Сюда можно как-то? Ой, а как мне сделать? Как мне сделать такой прыжок, как у тебя? Текстуры ты не пролезешь. Короче, нажми M, и там есть Choose Zombie Class. И там выбери класс. У меня треть. Вот тут. Взял. Видишь, что текстура, я гранат даже кинуть не смог. Вот, подожди. Стой. И подсади меня на эту штуку. Давай. О, видишь, я куда могу? Я могу вот так, видишь, по краю я ползу. Да. Но этот знает, типа, он... Да здесь текстура, ты не пролезешь, можешь пытаться. Ну давай, я попробую. Блин, у меня ни одна игра не лагает на компьютере, даже Кризис 3 АКС, блядь, лагает, пиздец. Ясно, короче. Короче, это имбовое место, да, получается? Да нет. Не, один удар вам делать по нему. Он погоди, если он на том же месте, просто подсадитесь, мы же там один хп. Пойдем, попробуем. В том, что я только что... Сейчас, подожди, я... Потом, когда надо будет, типа, нанести там 10 ударов, точно уже не получится. Пробуем? Короче, хуйня какая-то нравится. Ну, неизвимо. Вообще, на обычном власть веселее было, мне кажется. Но тут есть карты, типа, маленькие, это огромная карта. Давай, у меня прыжок повыше. Или тебя повыше. Mm-hmm.
Я помню, карта была, короче, там был дом, просто дом, и там, в принципе, пространства вообще не было, короче. Ну, то есть, очень маленькая. Короче, хз, это какое-то имбовое место, так мне это неинтересно. Ну, это карта такая большая, тут надо именно... Нет, в действительности, если будет больше людей, то уж поверь, это место вообще салатище полное будет. Представляете, что, ну, реально тяжело, когда... У тебя нормальное место есть. Какой-то молодой ошибается. Воскресите Солыча, чтобы повеселее было, а то Солыч сейчас будет смотреть. Ну, давайте попробуем. ПНГ. Давай без грязи. Ты знаешь, давай, ты что-то ошибся, по-моему. Так, может, Лёху и зомби сделаем, или это слишком убого? Делайте, делайте зомби. Не-не-не, зомби не надо. Я тоже думаю, это слишком убого. А я, по-моему, в угол, да, стал? Не, не в угол. Я друга да нашел. Лол, я спрыгнул, потому что меня кейк киданул, я думаю, ну... Да, я заблудился, я не понимаю, где я, короче. О, слышишь, этот сидит в нычке, а ты... А, все, я понял, где я. Я, короче, пошел засуицидился, да. Ну, я хоть теперь знаю, что... О, он суициднулся, я слез. Так, может, Лёху обратно человеком сделаем? Так я человек. Так Лёха человек. Ага. А, это... Ай. А чё меня не убивает? Убивает. Вижу, вижу, вижу. Блин, давай я килл напишу, ты мне воскресишь тоже. У меня, короче, это... Не, у меня хорошая бузит админские команды. Так, надоест быстро. Ну, факер, ну давай, я сам иду к тебе. Давай. Не, здесь просто не прикольно. Там тип сидит, ты его не убиваешь, и всё, он типа вид. Ну, у зомби есть, это... Да мапа не та, надо мапу другую. И хуль ты сидишь-то? Ой, побежал! Ой, побежал! Ой, обратно побежал! Не, хех, неинтересно. Можно какую-нибудь ледяную карту маленькую. Я название не очень помню. Факер, я иду за тобой, разворачивайся. Ладно, короче... О, гудок он еще зашел. Короче, я сам ищу зомби. Если зомби... Не, ну нахуй. Нахуй. Я умру сейчас. Факер, не уходи, не уходи. Я открыл, и я тут умираю потихоньку. У меня еще 700 хп. Хитрый какой, а? Факер сейчас видит, что со мной происходит. А что, где ты? Я в двери зашел, в которую лучше не заходить. А как они, где они находятся? Вот, это возле дверь. Возле тест-спауна, да. Можете заходите там... туда. Заходите, давайте, тоже. Лёха, давай, ты первый. Я пошел, ребят. Заходи. Заходи. Ну, ты куда пошел? Так ты я не в ту пошёл? Дверь пошел. А где, где, в какую? Покажи на стриме, что там будет. Я 420 хп. А где Лёха? Иди сюда. Какую? Вот сюда иди. Там буду я, Лёха. Заходи туда. Здорово, Лёх. Успели. Изикатка? Ребят, надо карту менять, мне кажется. Прям... Я, блин, я жалко название-то хер вспомнил. Вообще была веселая какая-то. Да много же. Блять, ФНГ опять, да ну нахуй. Где ФНГ, рядом? Да. Го, в атаку. Пушим? Без ошибочно. Ой, он у меня. Он на парике, он убивает. Я заморозил, заморозил. Давай, по таймингу. А где, где? На балконе, вниз упал. Вниз упал, внизу. Да нет у меня там. Горит, горит, горит. Надо еще поджечь, надо еще поджечь. Вот что за проход. Смотри, не, вот стойте, стойте, не стреляйте, гайс, гайс, гайс. А? Ведь еще эту дверь, как ее открыть, Мирель, помнишь? Ты только что ее открыл. Ты ее не открыл, я ее тут открыл. Ты ее открывал как-то. Вот я не помню, что вот это за дверь, еще какая-то. Ой, ребят, все в одном месте, какая интрига. Я бегу к вам, я бегу к вам. Я надеюсь, что я не буду. Не-не-не, не беги ко мне. Так я сейчас зомби буду. Ты? Ну, я давно не был. Ой, бля. Ну ладно. Факел, факел. Не, я не смогу ничего вам сделать, забейте. Лол, ты изи выиграешь. Да я там нуб не затащил. Ой-ой-ой, ошибка! Ошибка, да, ошибка, жри, ошибка. Жри, ням-нямки. А когда играешь там в 20-30 человек, так хочется всегда стать вот этим, короче, мужичком. Не Мезисом, а не Сурвайва. Не Мезисом. Так, Солыч, отойди от меня. Не Мезисом, в принципе, не очень хочется. Солыч, отойди, я тебе не доверяю. Там, рядом был. ФНГ. Ты прошел проверку. Короче, вот эта дверь тоже интересная. Вот он, где-то здесь. Вот, видишь?
Нет, ага, не нет, лучше не идись. Где? Блять, а все кровавые следы видят? Ой-ой-ой. Ты стой, я свой. Как тебе, солныч, нормально ответь? Да, Ларин надо убивать. Не пошло что-то с патроном. Может, запустим людей к нам? Давай людей запустим. А то 10 на то все. Че карту бы сменить? Карта потная, но очень большая. Блин, ты не знаешь, ну, может просто рандомно попробовать, просто много прикольных карт на самом деле. Да нет, что-то КС не доставляет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Без грязи, без грязи, гайз. Резю, без грязи. Че, рандомную запустить? Мне кажется, можно, да. Нас не выкинет опять? Нет, вообще уже закончилось КС на самом деле, хуй не знает. А дальше было весело, тут, мне кажется, приуныли все. Угу. Было весело первые минут 5. А потом мы сменили карту. Не, а потом просто стало не весело. Да, я тоже залипаю, если честно. Ребят, ну я на... не то чтобы залипаю, мне просто типа, заебало в КС играть. Можем что-то другое. Так, ну-ка карту смотрим. Хотите, парни, можем что-то другое? Можем. А что? Хуй. Дотку? Варкрафтец? Я нихуя не вижу. Варкрафтец? Дотку? Дотку? Варкрафтец? Можем 3 на 3 в доту 2 поиграть?